Дисраптор добирают себе Минески. Тем самым они подтверждают то, что Никс будет занимать позицию на сложной линии. Соответственно, Undying и Disruptor — два героя поддержки. Морфинг — герой для того, чтобы убивать крипов, из-за того, чтобы выходить, соответственно, в раскачанного шестислотового персонажа убийцу. Ну и то же самое Джиггернаут, только это делать будет, скорее всего, с центрального коридора. Осталось 5 секунд. Ну, что касается Execration, тут тоже нужно подумать. Хочется, конечно, вот чисто откровенно, хочется пожалеть Луну и убрать ее с линии, где будет находиться Undying. И поставить там, где будет находиться Морфинг, кстати говоря. Вот я бы даже подумал, чтобы поставить Шадоу Демона и Луну, например, на верхнюю линию. Ну, пусть там стоит Морфинг и Дисраптор. Шадоу Демон, Луна плюс еще какой-нибудь суппорт, ну, я не знаю, условно... Ну, Сын Кинг может быть у них еще одним суппортом. Может быть, Мирана будет суппортом. Хотя здесь я вижу, конечно, Мирану на центр. В общем, вообще Сын Кинг и Мирана — герои многофункциональные. Их можно располагать в качестве суппортов и использовать их ресурсы, ставя их на позицию кор-героев. Выбор действительно есть. Но от последнего выбора персонажей многое зависит от Кима. 26 секунд ему всего лишь осталось. На распутье находится парень. Капитан, нужно подкрепить чем-то это все. И Драгонайтом они решили подкрепить. Кстати говоря, Драгонайт тоже весьма неплох. В чем неплох? В том, что он может быть живым щитом для всех тех персонажей, которые мы уже перечислили от Execration. То есть они там где-то со спины будут залетать, нюки свои выдавать. А Драгонайт будет впитывать, идти вперед, несмотря ни на что. Ну и плюс ко всему, конечно же, усиливает очень серьезно пуш-потенциал коллектива. Если Луна с иллюзиями очень хорошо там расправляется с товарами и с героем противника, то Драгонайт может очень хорошо помочь своей формой. Ну что, выборы героев очень даже хорошие, очень достойны. Мне нравятся наборы и у тех, и у других. Конечно, очень многое будет зависеть от того, как проведут начальную стадию оба коллектива, как расположат всех своих героев по линиям. И именно за этим сейчас мы с вами будем, конечно же, наблюдать. Вторая карта, дорогие друзья, Минески Execration. Напомню, что это Best of 5, то есть помимо второй карты будет еще обязательно третья. Но вот если здесь выиграет Execration, конечно, то будет счет 2-0, и у Минески будет критическая ситуация, при которой им проигрывать будет вообще нельзя. Ошибок желательно не допускать. Ну и, конечно же, здесь, в рамках данного финала, хотелось бы увидеть все 5 карт. Как обычно, мы об этом говорим. Ну, вы знаете, иногда это, конечно, бывает неправдой, да, потому что от некоторых игр... Как-то не очень ты получаешь какие-то хорошие, позитивные эмоции. Вот, но от этого матча я ожидаю 5 карт, и это искренне. Просто после того, как мы просмотрели с вами карту под номером 1. Она была великолепной, она была волшебной. Там было 75 минут экшена, драйва. В общем, было на что посмотреть, было чем понаблюдать, были интереснейшие решения. В общем, пересказывать сценарий первой карты я вам не буду. Лучше сами посмотрите, если вдруг вы пропустили. На те, кто посмотрели, вы большие молодцы. Не пропускайте трансляции от Рухаба и, в частности, сегодняшний игровой день. Итак, давайте посмотрим, что происходит у нас на первых минутах. Отправляется Мирана, ставит вард. Делает это, конечно же, под смоком. В свою очередь, также РР сюда отправляется. Стоит здесь вард, причем пошел клик. Это как раз-таки от Никса. На этом варде Мирану спалили, смок закончился. Поэтому... Сам Никс не смог предугадать, что здесь вард расположен. Скорее всего, он не догадается. С другой стороны, Execration также не знает, что здесь есть вард у противника. Что касается верхней линии, там тоже успели поставить один опс Execration. Быстро это сделали. Соответственно, Минески не преуспели. Видим, что был поставлен в центре вард. Но этот в центре по радиусу не касается опса. И поэтому забрать этот обсервер вард тоже не выйдет. Ну и плюс ко всему остается еще один опс у Дисраптора. Обратите внимание, какое положение занимает Мирана. И, возможно, будет драка как раз-таки на верхнем спауне руны. И вы знаете, вот то, что сюда перемещается Shadow Demon и Луна, это говорит нам о том, что они... Битва начинается. Что они, это имеется в виду Execration, думают так же, как и я. Они действительно захотели избежать линию с Андайнгом. И они отправят свою триплу на топ. Но это воистину лучшее решение, которое только могло бы прийти в голову капитану Execration и вообще всей команде. Только ну, действительно... зомби? Только зомби сделает грамотнее. Он сначала поблочит в миде, после этого он посмотрит, куда пришла Shadow Demon, Луна и Мираны, и после этого сразу направится туда, где врага больше, где он нужнее. Ну, это было бы самым логичным со стороны Андайнга. Привет, Дим. Рад тебя слышать. Привет. А, ну, это действительно правильно. Андайнгу нужно во что бы то ни стало найти ту линию, где есть Луна, где есть эти вот суппорты, которых можно подмять. Но пока Ninja Puki решил помочь в начальном этапе своему Raging Potato, Морфингу. Закидывает дикей, мешают Абиду. Ну,
Абит уже 2 дикея схлопотал. Здесь есть Пурман Шилд в целом. Пусть даже 300 здоровья осталось, но он все еще очень стойкий персонаж. Не так-то просто будет его взять. На нижней линии здесь Диджей на Сенкинге будет стоять против Эрера на Никсе. В общем, такая довольно тоже забавная линия. Я думаю, что, используя свою пассивку, Диджей должен будет с Эрером благополучно на линии справляться. Ну, если уж и не выигрывать линию, то как минимум без проблем Диджей должен будет сам находиться здесь, крипов добивать, и Никс ему вряд ли сможет помешать. Ну и самая, конечно, живая, самая интересная линия, это линия верхняя. Тут здесь у нас Гэби, фармящая Луна, Кима суппорт Шаду Демон, второй суппорт на 343 Мирани. Ну и противостоят они трипле Минески, Меркл на Джиггернауте, Джулс Дисраптор и вот тот самый Нинджа Буги, который уже переместился на Андайнге, на верхнюю линию. Ну что, удастся ли вот этой триплой Андайнг, Дисраптор и Джиггернаут победить триплу противника? Как ты думаешь? Я в первую очередь ставлю на Джиггернаута. Мне он очень импонирует против подобных линий. Единственное, что на месте зомбаря я бы сразу возвращался наверх, поскольку этих ребят надо убивать. Если вы будете стараться кейсы против Луны, против Мираны, против Шаду Демна, то, во-первых, вы будете получать тройную тычку в лицо, и за счет этого у вас будут уходить регены. А во-вторых, в принципе, Луна будет добивать абсолютно все, так что Джиггернауту нужна поддержка, чего пока зомби не оказывает. Ну, Нинджа Буги старается везде преуспеть. Он был и на центральном коридоре, на верхней линии, сейчас вниз перемещается. Решил он Сенкингу помешать. Ну, даст одну дэшечку, но это особо картину не изменит. Вот. Может быть, это пушечка, а не дэшечка. Может быть. Это тест на олдскулы. Да, олдскул, не олдскул, Нинджа Буги. Я, кстати, не вижу, на что у него стоит. Нам не показывается, да? Нам не показывается. Ну, если, я так понимаю, в Dota TV через слежение за игроком поставить камер, то там будет обозначено, на каких кнопках играет тот или иной игрок. Ну, можете посмотреть. Да, ну, в общем, по итогу, что я могу сказать, то, что, ну, по крайней мере, я был рад тому, что делал зомби в начале, и у него это получалось более-менее хорошо. Он действительно помог Джиггернауту, но сейчас этого Джиггернаута бросили, и по крипстату видно, что у Луны добито 15 за Денайна 6, в то время как у Джиггернаута крипстат 7-0. Это очень мало. Да, Луне никто не мешает, Джиггернауту мешают все. Undying решил, ну, пока, ну, откровенно говоря, сделать приоритет, сделать ставку на другие линии, на центр и на низ. Решил, что на верхней линии он все равно не поможет. Интересный, конечно, момент. Да-да, Undying вообще всегда берут только для того, чтобы, допустим, выиграть, убить трех героев противника, допустим, если идет агрессивная дабла, выиграть противостояние 3 на 3, и вот таких, на таких линиях он себя раскрывает хорошо, но вот если сейчас он бегает за Сенкингом, как мы видим, Сенкингу это не особо мешает, потому что у него есть хороший реген, у него также имеется щиток, при этом еще присутствует манга, и тут скорее зомбарю достается, чем Сенкингу. Смотри, сейчас неплохо его размяли, правда, вынужден юзать Healing Self, плюс ко всему имеется энчант от манга, поэтому в случае его подкоп он даст. А тем не менее, пока здесь находился Undying, хорошо по экспириенсу преуспел Диджей, потому что у него он получил раньше левел 5. Возвращает Шаду Демона. Шаду Демон никого не прячет, пошел на своих двоих. Только сам себя прячет в последний момент. Джиггернаута заканчивается Блейд Фьюри. Можно забрать Шаду Демона стычек, но не успевает сделать этого Дизраптор, получая Эйро в свое лицо. И Луна пошла в разнос. Луна прошла в разнос, делает Фирстблад на Джулс. Красиво. На тоненького. Шаду Демон действительно ждал до последней секунды, чтобы спрятать себя в Дизрапшн. После того спрятал, прожал стики, и мы видим, что Джиггернаут просто не смог его осилить. Вот такие ситуации, когда должны были делать первый килл Минески, первый килл сделали сами X-Creation. Ну, это все сказывается, опять-таки, численное превосходство коллектива X-Creation на этой линии. Потому что 3 на 2, но изначально, конечно, драться 3 на 2 это риск. Это очень даже большой риск. Что на центральной линии, тут Абит стоит на Драгонайте 27 на 6, против Морфлинга 26 на 7. Идентичные крипстаты у двух мидеров. Несмотря на то, что поначалу Морфлингу даже помогал Undying. Абит свое находит, Абит свое добивает. Нашли в очередной раз Дизраптора, в очередной раз сейчас Мирана закинет ему стрелу, ему очень больно, и в очередной раз Минески опять же проигрывают свою дабл-линию. Если уж они проигрывают свою дабл-линию, то я бы на их месте вообще тогда сменил линии. Я бы отправил Джиггернаута с Дизраптором вниз, чтобы они стояли против одного Сенкинга, а в это время поставил бы Никс Ассасин и зомби наверх. Ну, пока я просто не вижу проблем, зачем как бы Никса трогать, если может Undying просто переместиться на топ, и все было бы хорошо. Зачем бегать, копаться с Сенкингом, вот на зомби, если вы его не можете убить?
Он плотный, он миличник, у него 760 хп, он если что уйдет в любой ситуации, у него есть манга. То есть что хочет сделать зомби, он только мешал Никс-ассасину получать левел. Ну, это все равно Никс получил сейчас быстрее 6 уровень, все-таки как ни крути, на Сенкингу удалось ограничить от получения какой-то экспы. И, ну, просто Никс вот уже сейчас будет помогать. Я к чему веду? К тому, что РР получил ранний 6 уровень, и он купил себе Аркейн Буст, из-за того, что ему Сенкинг не мешал. И этот РР сейчас может перевернуть трипл. Ну, я думаю, потому что он бы и так его получил, а в результате мы видим то, что сейчас Execration ведут на 1500 голды, и все, что им нужно сделать, это поставить сентри наверх. Сентри наверх они поставили, Никс Ассасина нашли, теперь можно вообще смело уйти на легкую линию и там поставить, если что, у них как бы герои очень хорошо фармят лес. Там и Сэн Кинг, и Луна, в общем-то, все ребята этим делом промышляют, и отправить Сэн Кинга в харду, тогда они себя обезопасят от вылазок Никса. Ну, вообще, очень грамотно и очень таймингово Execration все делают. Они действительно читают игру. Вот ровно в тот момент, когда Никс начал смещаться с нижней линии для того, чтобы прогангать, они поставили сентри и благополучно держатся под своим тавером. Вообще не страдают абсолютно. Ну, 343 вот уже сместился сверху вниз. Сэнкинг подкопал, есть эпицентр. Эрроу там невозможно закинуть, потому что, опять-таки, были крипы. Но за счет ультимейта диджея спокойно забирают на тайнг 3-0. А зомби, когда остается один на сложной линии против Сэнкинга 7, он никоим образом не может что-либо противопоставить Сэнкингу. Он его забирает с ульта. Муклин пошел воевать с Драгонайтом. Драгонайт очень плотный. Никс Ассасин опять же его никак не убьет. А то ТП, тут Мирана подоспела. Есть МП. Абет, стан будет буквально через секунду, можно рейджик потыть, даже попытаться взять. Цель-то поприятнее, брестфайр, перекачивается, конечно, морфинг, плюс ко всему имеется репликейт. Никс на развороте, так, вот очень опасно. Никс хочет опять-таки Абета взять, подкапывает точно после удара с виндет, и рейджик потыть и перекрывает вейформы. Отличная игра. Ну и вот РР, который показал себя с наилучшей стороны. Тут подтягивает еще и дисраптор, можно глимсануть, возвращает 343 на точку, тут дает липт. А РР сможет ли подкопать, есть нечатат манку, он его использует, то подкапывает неудачно. Рейджик Потейт юзает вейформу, и этого хватает, чтобы сделать еще один фраг. В итоге два фрага для Рейджик Потейта на центральном коридоре. Грубейшая ошибка от Абеда. У него стоял обсервер вард, он прекрасно видел, как Никс Ассасин ходит в Вендетту. И при этом напомню, что все его 10 секунд убивала иллюзия Морфлинга под репликейтом. Он мог спокойно отойти и использовать реген. И после этого войти опять за мисс Фло, но вместо этого решил подраться непонятно за что, и его уничтожили. Ну, там даже на драку не было похоже. Ну, ходил вроде как, пытался по тир-1 куда-то спрятаться, Никс просто достал его ударом. Даже сманеврировать не удалось, тяжело было. Вообще, конечно, желательно вот на верхней линии поставили центрик Execration. Можно то же самое сделать в центральном коридоре. Поставить центре, таким образом, во-первых, снесете вард противника, прячет, во-вторых... Прячет дизраптора, и в очередной раз он умирает. Ну, связка Shadow Demon в виде... Точнее, связка в виде Disruption плюс Arrow, либо в виде Beam'а, она работает исправно, поэтому фраги делать очень легко и просто. Ну, наверное, Джиггернаут сложнее забрать, там нужно в четкий тайминг попасть, что иначе он даст Blade Fury уйдет. Вот спрятали в Disruption, но Arrow уже нет, плюс ТП, да. И тут же возвращает Мирану. Так, Мирана страдает, Старшторм выдает, есть лип. Между прочим, Меркл-то впитал двойной Старшторм, третьего уровня прокачки, и так несколько просел по здоровью. Еще одно ТП сюда. Лип в сторону, здесь Драгонайт с формой. Это, между прочим, подтягивается там Морфинг с Эклипса. Вдруг Луна внезапно начинает, Дисраптор разваливает. Рейджик Потейт, конечно, ворвался, но получает через Soul Catcher двойной Старшторм, погибает, потому что ХП было недостаточно много перекачано. По итогу просто лишние три фрага Execration делает совсем уж внезапно. Вау. И щит Тауэр ломает. Нет, это вот Эклипс с Тумана Войны, это вот прям настолько... Тонко было сыграно, вот прям очень четко. Мне аж понравился момент, и выигрываю драку Execration. Мне Морф понравился. У него одна сила. И он, на волне вкатывается, даже не врубая перекачку. 460 хп. Я надеюсь, ему понравилось, да. Вот против Луны и Мирана желательно, ну, хоть что-то иметь. Там иметь, допустим, не одну силу, а иметь 20 сил, иметь там 30 сил, потому что, ну, иначе тебя могут смывать. Значит, тебя могут смывать, и смывать тебя будет в течение всей игры. Так что всегда желательно поумерить свою жадность и играть понадежнее. По сейвове. Ну, вот я как раз-таки рассматривал этот момент, еще когда Морфинг только-только был взят, говорил о том, что огромное количество нюков здесь есть у Execration, а Морфинг тот герой, которому хочется сперва пофармить себе, чтобы быть устойчивым ко всем этим прокастам. То есть купить себе Линкен сферу хотя бы, чтобы быть... ну, с более сильной характеристикой в плане выживаемости.
более подкачанным, скажем так. Но пока мы видим, достается, он все еще бегает перекачанным в ловкость, 460 здоровья. Солкетчер плюс Старшторм его накроет и не оставит никаких шансов. А Диджей вообще с эпицентра решил у него ворваться. Итак, Морфлинг. Ну, то, о чем я и говорил. Ну, ему нравится. Вот, смотри, уже перекачалось на 3 силы, уже немножечко лучше. Так, глядишь, еще раз 5 отъедет, и может быть он, значит, поймет, что перекачивать нужно, нужно бегать где-то вот там, на 30 сил. Ну, вкачать себе 30 силы. Чтобы было хоть какое-то ХП. Пока да, он только закидывает. В итоге он на верхней линии пошел, никого не убил, отдался. Потом вернулся в мид, через центр пошел вниз и еще раз отдался. Действительно, очень много времени потеряно, все это время он не фармил. Он лишь только терял деньги. В то время как Драгонайт свое время использует с умом. Он прекрасно запушил вверх, теперь он начинает доминировать на центре и защиты особо нет. Вот подходит Морфлинг, кастует свой репликейт, но вышка уже коцанная и ей нужно добивать. Рубает Абет барабана, бежит за Морфлингом, хочет дать ему 100. Все равно вычка его, подходит Сэмкинг, но Морфлинг уже перекачивается, у него уже 600 хп, нормально. Ну, все равно еще очень быстро снюков можно разобрать, но не решились экзекрейшн, потому что у них два героя ломали нижний тир 1 тавер. Подтягивается Нинджа Буги. А, нет Томпстона, но зато есть форма. Гэби вернули. Гэби возвращают прям статик шторм. Подкопали, Луну спасти здесь не удается. Ну что-то демон даже не стал разворачиваться, чтобы давать дисрапшн, потому что далековато отошел. По итогу хороший минус. Прекрасная реализация смоков от Дизраптора. Как только он получил 6 уровень, сразу нашел свою цель и забрал самого легкого персонажа, в данном случае Луна. И Минески вот за счет таких гангов потихонечку возвращается в игру. У них плюс-минус что-то получается. Ну, пока первый выход был действительно хорошим. Но, с другой стороны, артефакты Execration начальные купили уже довольно здравые, со смыслом, да. То есть есть Dragon Lens, есть Drum of Angels, есть Blink у TJ. Всем этим можно пользоваться прямо сейчас, но вот уже Abed. Синвиз заходит, просвечивает противников, Дисраптор он напал, есть Эрроу по таймингу. Ставит Томпстон, который моментально разрушается, ибо он первого уровня прокачки, дальше Демоник пулш на Нинджа Буги. А, под жестким замедлением Нинджа Буги отойти пытается, Солрипом банхилить, но получает бим и погибает. Минус 2 ответных в исполнении Execration, плюс Диджей в соло пошел расправляться с Морфом. Я бы на его месте никуда не уходил, я бы остался и продолжал бить Морфа. У Морфа нету линки. Морф использует билд через Dragon Lens, и из-за этого у него небольшие сложности. Нужен реген. Сэмкинг выходит, дает подкоп, дает пару ударов. Он его прохарасит. И Морф будет вынужден идти отхиливаться или уходить на базу. Довольно опасно, конечно, всегда может подойти какой-нибудь Никс или Дисраптор, соинициировать со спины, даже не поймешь, в чем дело, и погибнешь под сайленсом или под подкопом. Поэтому перемещается пока Сэмкинг вниз, и здесь уже вместе со своими тиммейтами, вместе с Абедом, который прожал форму, можно пушить товара. Тут и безопаснее, тут и можно помочь будет, если будет драка какая-то. Ну и, конечно же, деньги будешь получать за снос тавер. Танковать надо Абеду при этом еще. У него огромное количество армора, Shadow Demon делает из него иллюзии, и Минески идти сюда очень опасно, лучше всего эту вышку отдать. Так они поступают, за тавер драться они не хотят, да и не могут, наверное, да? Слишком сильны сейчас Execration. Они пользуются начальным преимуществом, начальным превосходством, но вот в миде благополучно зато забрали Мирану. Никс, Виндетта реализована, очень хорошо, и покупает себе Hand of Midas. А, ребята научены горьким опытом предыдущей карты, да, что там только... игра заходит в себе лейт. Только здесь есть небольшое отличие, то что у Execration у них не Фантом Лансер, которому нужно нафармить Манта Стайл, Диффуза и Тараску для того, чтобы очень хорошо раздавать замесы. У них Луна, Драгонет — это два героя, которые чудесным образом забирают твои товара. Так что сейчас с большой вероятностью Никс Ассасин этот Мидас может и аукнуться, так как... Диджей сбоку, отлично, ворвался в эпицентр, в соло разбирает Дисраптора, на Меркл ему просто было плевать. Пачку крипов сил уже. Да, в общем, сейчас ему этот Мидас может лаукнуться, потому что в его случае какой-то там либо быстрый аганим, либо блинк, он с большой вероятностью помог бы защитить ему ТВР или базу. А так, база падает. Ну, это риск, я согласен, да, то есть ты покупаешь Hand of Midas, ты надеешься, ты очень надеешься на то, что играющие подзадержатся немного, что команда сможет дать отпор, что так быстро не потеряют стороны и не дадут игру. Опять подкопают Морфа, Старшторму двойные перекачиваться надо, слишком много дэмэджа залетает, неприлично много. Изничтожили, ставится статик, из-под него просто все убегают, был дисрапшен по Мераклу, вернули через Глимс Драгонайта назад, не стал Меркл выдавать своего, не слышим. Первого уровня, и Драгонайт, скорее всего, бы не пробили, он четвертая пассивка. Слишком много армора. Драгонайт прижимает форму, встречает его подкопом. Подкоп от Сэмкинга на развороте не самый удачный. Абета зажимают в кинетик филд. Тут же пошел Эклипс, и дисрапшн замечательный. Падают герои Минески, минус 1, минус 2. Подкрепляем этот килл еще и Морфлингом, который был сделан заранее до этого. Этот минус 3, и падает тир 3 тавер.
Execution в реализации великолепный. Да, в пуше они работают очень хорошо. Тут у нас и прекрасно зафокусили морфа, не позволили ему что-либо сделать, хотя он там, ну, почти, казалось бы, ушел. Также чудно разошлись от ульта дизраптора, и никто в этот шторм не попал. Ну и после этого в большинстве просто заходит на базу и ломает. Ломают миличные бараки, ломают джиггернаута, ломают ютранжовые бараки. И самое приятное то, что они еще почти все фуловые, и драться с ними сложновато. Ну только Диджи, наверное, пострадал, но благополучно все равно смог выжить. 4.15, 17 минута, без центрального коридора остаются Минески, и вы знаете, проблемы. Не похоже на то, что эта игра будет продолжаться 75 минут, или около того. Похоже на то, что Execration сейчас сделают еще парочку удачных выходов, возьмут, возможно, Аегис и отправятся выигрывать эту карту. Да, вот посмотри, как сильно в итоге порешало то, что Джиггернаут все это время стоял на легкой линии и так немножечко страдал против Луны, немножечко. То есть там, конечно, были и светлые моменты, когда он крипасиков убивал, это был момент, когда к нему пришел Никс Ассасин, но при этом у них появилась слабость снизу и начали забирать товара. То есть у Джаггера сейчас нетворс меньше, чем у Никс Ассасина, а от Луны он отстает в два раза. Что ж говорить о... Морфлинги, который тоже довольно серьезно по нетворсу просел. 343 теперь не возвращают, смогли его забрать. Да, Морфлинг, он просто, по-моему, немножечко как-то, ну, загангался. Все-таки Морфлинг, он больше не гангер в начале игры, потому что если ты максишь перекачку, то у тебя элементарно нет адаптив страйка, а это довольно-таки хороший нюк, когда у тебя много ловкости. И, возможно, все-таки ему стоило просто остаться в миде и нафармить себе там либо Dragon Lens, либо Линку, чтобы потом он вносил больше пользы. А он устроил такие йоло-ганги. Ну, он думал, что сейчас на скиле там как-то раз, два, туда-сюда, да. Вейформу там. Разведет на ману, разведет да, на ману. Да, да, перекачался такой, там размен тычками. Ну, вот это вот, знаешь, хайлайты 9К. Да, 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 миллиметраж. Миллиметраж, да. Ну, а тут как-то, так, оказывается, миллиметраж не очень работает, когда в тебя Eclipse заходит, например. Или эпицентр Сен-Кинга, у тебя 4. И все это подсол кетчером Shadow Demon. Да, да, и тогда вообще тем более не работает миллиметраж. Поэтому есть проблемы у Минески, все еще. Ну и опять-таки вопрос, конечно, насколько вы грамотно можете воспользоваться преимуществом. Да, она показалась, и в итоге увидели все Минески, благополучно сваливают. Да. Ну, ты знаешь, все еще внешний тавр второго порядка есть на верхней линии, да, или Рошана? Рошанчик его взяли, у них варды стоят, но... Видимо, они просто очень хотят выиграть. Они да, хотят выиграть прямо сейчас. Заходит по нижней линии, Драгонайт, от него юзаются иллюзии, используются, конечно же, иллюзии от Луны, их огромное количество, все это пробивает тавр третьего порядка, и катапульта также работает. Эроу залетает, Морфинг смог заюзать вейформ. Играет с огнем опасно, очередные иллюзии, все это отправляется вперед. Для пуши есть и барабаны, есть и аквилы, хватает бафов. Никс с Мидасом стоит на это дело и плачет. Он думает, ё-моё, что ж я наделал. Тяжело отбиваться, конечно, с хендов Мидасом. Три тавр потеряли, бараки голые остались. Ну и, в общем-то, план у Execration остается тем же. Мы отправляем свои иллюзии. Ой, морф, вот теперь перекачивается. Стан пошел, андайнг, томбу ставит, тут же форму прокачал свою, использовал. Ну и диджей пытались вернуть на глимс, он благополучно отходит. Меркл пошел вперед, получает демоник пуш. Меркл нужно спасать, ставит статик шторм. Меркл вроде выжимает, 59 хп осталось. Нет, все-таки он погиб. Все-таки погиб. Был вейформ от рейджик патета, перекачивается, нужно отходить. Джиггернаут сделал выкуп. Возвращается с Омнислэша, впивается в противника. По пяти героям уходит весь дэмэдж, получает стан после своего Омнислэша. Погибает сразу же после байбека. Морфинг байбекается также. Никого убить не удалось. Good game well played, 20-минутная катка. Плюс для Execration очень и очень. Ну да, слишком легко. Ну, Execration в этой игре были очень хороши. Если мы по прошлой игре говорили то, что у них были там небольшие уязвимости в пике, им было очень тяжело сражаться против Phantom Lancer, то сейчас мы видим, что если они хотя бы немножечко выигрывают пик, то они доминируют, и остановить их сложно. 2-0, очень уверенная победа, молодцы. Был, конечно, план Минески, они взяли себе там третьим героем при выборе Undying, но мы говорили о том, что должны быть выиграны линии за счет этого андайнга, потому что Никс на линии сам неплох, там вроде как Джиггернаут, Морфинг, все тоже хорошо стоят в своей линии. Но вот андайнг как-то себя на карте не нашел на первых минутах, он перемещался, он старался гнобить Драгонайт, старался гнобить Сингинга, это вообще не принесло каких-то полезных свойств для коллектива, ну и
Ну, ну и... просто обоснову показательное исполнение и реализация связки Shadow Demon и Luna и Dragon Knight. По-моему. Да, ну и еще добавлю то, что Мортлинг, он тоже там плюс-минус имел, по-моему, хороший старт. У него был хороший крипстат, но в один момент он как-то пошел наверх, повоевал, потом снизу пошел, повоевал, при том, что он был полностью прикачан в ловкости. И ребята ему объяснили, что Мор хороший боец, но не такой стадии, ему нужно время. А этого времени Execration не дали. Дим, хорошо, вот такой момент. А можно ли говорить о том, что проигрыш в первой карте за 75 минут нанес такой серьезный моральный удар по коллективу? Я думаю, да. Учитывая то, что Execration были чуть ли не на фонтане, мегакрипы им били вышки, и Минески, казалось бы, уже победили, они, по-моему, ошиблись.